Всех приветствую. Итак, народ, поехали. Сегодня буду показывать в основном античные здания. Ориентируйтесь опять же по фотографиям, что я буду показывать. Город Хальберштадт, основанный примерно в середине 10 века. Точной даты нету, как всегда. В 1945 году американцы разбомбили примерно 80%, и, честно говоря, я поражен, как после войны реставрировали все эти здания. Сегодня так уже не умеют. Сегодня буду показывать много окон различных. И, ну, вот эта башня, например, к сожалению, фундамента я там не вижу, остаток башни, информацию я еще не нашел на нее. Но если найду, в описании допишу о башенке. На какой глубине, что там, не знаю. Эта дверца всегда, к сожалению, закрыта. Что вот это огромнейшее здание, оно тоже не полностью откопанное, потому что рядом стоит домик, где реставрируется, ремонтируется, там подвал такой же каменный, огромный, толщенные стены, и еще все уходит вниз, поэтому на какой это все еще глубине должно быть, даже трудно вообразить. Итак, в предыдущем видео я обещал показать вот эти ворота. Наконец-то все-таки некоторые из них уже открыли. И, к сожалению, вот глядя туда вовнутрь, по крайней мере в левом углублении, у меня создается такое чувство, ощущение, что там что-то как бы заложено, закрыто. Не могу утверждать, но вот нижний прямоугольник отчетливо просматривается. Может быть, у вас есть какие-то версии, напишите, так как, насколько я знаю, там далее все-таки есть какие-то подземелья, ну, в которые пока нету у меня доступа. Окон на сегодня тоже будет немало, которые выглядывают, которые мы можем еще рассмотреть, и будет следующее, по-моему, еще интересней. Смотрим дальше. Увидел этот гараж, и прям желание появилось туда попасть, изнутри его посмотреть. Интересно, это новый гараж или все-таки используют какое-то старинное здание? Thank you.
этот раз я зашел во двор, и что я тут интересненького нашел во дворе? Ой, как интересно, а дверь-то, ну, глубина, скажу вам, деда, ну, метра так 3,5 примерно. Вот так вот все строили. Очень интересно. Да не, наверное, все-таки это здание просадку дал. А не, не, все-таки, наверное, нагадили так. Фасад, и вот так уже выглядят окна с фасадной стороны. Здесь у меня такое подозрение, что их либо переделали, либо, в общем, не могу пока сказать ничего об этом. Интересно самому. Очень интересным окнам. Ну, здесь у меня небольшая заминочка. Я доставал фонарик из кармана, затем надо было его отрегулировать. И, к сожалению, вот первое окно, ну, очень плохо просматривается. В общем, глядя на камеру, я понял, что да, действительно, на видео все-таки плоховато видать. Я стал продвигаться следующим окном, тоже не повезло, не очень видно. А вот здесь уже отлично повезло, смотрите, как прекрасно просматривается арочное кирпичное окно, причем довольно глубоко. Вот такие вот окна есть, спрятанные, замаскированные. Добрался я все-таки до этого здания, которое стоит возле собора рядом. Над дверями видите интересный орнамент, круг. Сверху мы тоже видим круг. Круглые окна повсюду. В античных зданиях, так называемых церквях, как их называют на сегодняшний день.
Но с другой стороны, тоже будет не менее интересно. Снова мне попались огромные окна, и опять же они как-то очень довольно глубоко. Очень странно. Пропустите следующее видео, думаю, будет тоже не менее интересно, на что посмотреть. Так что, кто не подписался, подписывайтесь, ставьте колокольчик, и скоро будет следующее видео. На этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья, пока!